Всем добрый день! Сегодня я буду сажать вот такую пеларгонию. Розовый длиннолепестковый. Это мне отправили из города Челябинска. Я так понимаю, что... В общем, она... Какая-то скрещенная или гибрид, как это правильно называется, я не знаю. Мне отправили 6 семечек. Я купила у женщины, одна у меня уже семечку, я ее попробовала прорастить, у меня не получилось. И ждала, когда уже будет и солнце на улице достаточно, чтобы ее посадить, потому что очень хочу, чтобы они у меня прижились. Сейчас буду садить. Все, я посадила семечки, вот такой вот контейнер. Сейчас его закрываю и в теплое солнечное место отправляю. Пусть стоит, пусть семечки всходят. Всем приятного просмотра. Буду надеяться, что у меня все взойдет, все вырастет. Очень бы хотелось, чтобы он у меня цвел и рос. Всем приятного просмотра.